забить еще два, но вряд ли это случится. Нелита, Шишин, а вот теперь, возможно, и перечеркнут мои слова обе команды. Восхитительная комбинация, классическая пляжно-футбольная, где никто не жадничал. И здесь стоит отметить не только завершающий аккорд атаки и блестящий удар Дмитрия Шишина, но и результативную передачу Нелита. У Нелита, по моим скромным подсчетам, уже третья голевая передача.